запись. Еще Вася вот наша тут ремонтирует. И Алеша. Сегодня у нас 21 июня 2018 года. Ну, Игорь едет на колонну Грандулете. Еще на этом смеяться. Так, уходи из дороги. Уходи оттуда! Давить камни, выдавливать. Там у нас К-700 приедет. Подо мной идут. Вот он. Работнички. Душа пришел. Женя прислал его. Куражки стоит. Еремия. Вот такие названия. Ты где ты найдешь? Ну еще это Фрося и Фросиня можно найти. А Еремия нет. Рядом Нестор. Брат ее. Вот. Заслонился рукой. Видите, как все камнями здесь. Сами все делают. Под ноги бросают. Я ждал, что он на большом тракторе приедет, СК-700, а он на там драндулете. А это вот Володя Владимир Плотников. Безответный. Когда не позовет, всегда пойдет первый. Молодец. Это Потеряевка, поселок. Тут работа каждый день, своими силами. А тут под нас подкапывают. Кому делать нечего, кто не работал. Что мы строили, ломать надо им. Сатанинская просто какая-то. Власть или как назвать, не знаешь даже. Разрушать. Которые ничего не сделали, никогда, нигде. Не видать. А здесь что не возьми, вот на Бозину, это сколько здесь. Сегодня там мы шли, сделали. Это вода прозрачная делается. С лепешкой встречают. Поднял с собой Илюшку. Тяпнет по ноге, скажет, зачем брал. Его прислал Женя, дядя. Марина нашла тоже на лепешку. Ну, это такое, это раздавит. Видите, какие ребята дружные. А у Сергея, говорит, Устина, вот там крыша сгорела, что-то. Ну, вот, где выехал отец.
Андрей его брат. Брат, значит, еще Иосиф выехал. А Роман должен подъехать, говорит. Там пошел, выбираем из кучи. Вот я хорошее место тут нашел. Я потом покажу. Для перехода мы сделали. Игорь, а я ждал, ты на сказ 700 приедешь, большой трактор. Было разговора. А я-то говорил, ты меня пропустил. А что, не работает? Работает. А что ж ты не взял? Тот-то тяжелее или нет? Нет, у него площадь-то больше. А. Такой же. Ну и все, вопрос снятый. Ты смотри, какое чудо-то у нас, а, Игорь. Женя не пошел, а послал Илюшу. Вообще здорово. Я не знаю, такого веселья не испытывал. Интересно так. Илюша, тебе сколько лет-то? 11. 11? Да. Да откуда тебе 11? Ты такой маленький. Ну, я, наверное, плохо ем. Да ты ешь хорошо тогда. Что тебя не парят? 11. Я всего, у меня 11. Ну, давай. Отбудь. Сейчас я спрошу. Фрося, подойди сюда. Тебе сколько лет? 14. 14. А тебе сколько, Полина? 14. А ну-ка рядом встаньте с этим, с Илюшей. Ну где-то там, он на камушке стоит. Отвели, на ровное поставь. Ну вот он с ними, смотри. Заглядывает. Ты маленький, говорит, плохо ест. Надо хорошо есть. Ты, наверное, не постишься, не молишься. А? Постишься, нет? Постишься. И молишься? Ну ты не крещеный же. Родители-то баптисты. По-нашему это нехристь. Жалко, конечно. Надо кормить пацана. Вот так, обай. Ты хотя бы кушаешь? Ладно. Ну что? Девочки раньше взрослеют. А Ерема он хорошо кормит. Смотри, он какой. Тебе сколько сейчас? 17. 17. Это уже настоящий мужчина. Ты он надо меня старше. Ну что, дать туда ведра носить, может быть, а? Оттуда поносить, что, кирпичей положить. Ерема, вот туда пойди с кувалдой, побей маленько оттуда. А вы с ведрами туда идите скорее, помогите им. Ведра туда, быстрее. Так, Полина, перемещайся туда. Марина, тоже туда. Туда все идите. Илюша, иди туда таскай. Кувалду туда неси скорее. Бей! Вот я стою на этой, Илюша тоже поволокся. Давайте туда скорее идите. Я не пойду. Я тут шатаюсь и так стою. Вот что у нас тут? Велосипеды. Три велосипеда. Тележка. На. Наша, вот она. Ну, там Володя приехал на своей машине, Плотников.
коричневого цвета. Но Игорь вот пригнал. Беларусь. Беларусь. Сейчас там выкладывают, наверное. Все ездят. Всем это желательно пожалуйста. Иди скорее, Нестор, ты так лениво идешь, ты быстрее. Мне сверху удобно командовать. Леша ногами нащупает, что там пустота какая. Вот кто там против всего у нас говорит, у него ничего нет. Вот смотри, вот как работают ребята. Вот образуют так. 21 тысяча порушенных деревень. Ну возьми какую-нибудь деревню, начни строить. А то уже все, люди приезжают. Вон, Еремея наворачивает. Еремея. Старший брат у нее Терентий. Все по календарю. Православное воинство. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, 11 наверное, батюшка был. Мне 12. Что тут только осталось ответить. Один из вас предаст меня. Больше там, Алёша, повыше делайте, чтобы машина не буксовала. Иди полное ведро набирай камушки маленькие, иди скорее помогай. Пацан за одну зиму испортился там, такой был хороший. Ну что, без присмотра мать при смерти, а отец... Едва тепленький домой приносит. Глухонемой еще. Дети-то уличные. Марина обняла кирпичи, несет. Все смешно даже. Полина несет, с ней идет. Илюша, возьми за ручку-то, неси ведро, помогай. Тоже мне. Идет рядом девица, и он еще... Это, Полина, повыше туда вываливай, повыше. Вон там, покажи, где выкунул. Во-во-во-во. Алеша, возьми у нее из ведра, куда она валит-то? Вываливай. Это я командую с высоты. О, вываливай здесь. Это все задавится. Выдавливает ребенок. 11 лет такой маленький. Я думал, ему лет 6. Ну, еще сказать. Все, однако. Вот 21-го мы здесь. Я с другой стороны. Я стоял там, где дети стоят. Вроде тут камушки подкидывают, чтобы... Трактор притоптал, и можно было вылазить по ним. Вот я приехал, никому покоя, говорит, нет. Один раз у меня компьютер сломался, я вылез тогда на улицу тут. Батюшка говорит, да скорее вызывайте там программиста. Он лезет, говорит, везде. Ну лезет везде, течет, прорва нет. А потом смеются, говорит, не приехал, так бы вся вода и утекла. Какое дело не возьмись. Везде. Мобилизовать надо. Камушки придавливают. Ребятишки тут, представь себе, как это интересно-то. Это сын его Еремия долбит там. Да, Алексей Устинов стоит. Я пришел к нему, он говорит, ну последний раз нынче, ну некогда дом строить-то. Вчера он со мной ездил в Мамонтово, я там подал в суд на прокурора Королева Максима Васильевича, что он на нас наезжает, требует сломать, угрожает председательству совета, но это никуда не годится. Пришлец неизвестно откуда, какие-то параграфы подсовывает. А где же человечество, где любовь? Я ему вчера многое высказал, что суд Божий ждет тебя. И тебе не победить никогда, страх Бог наведет.
Давай вместе, по-хорошему. Никак, уперся. Ну, видно, что не ломанный, не битый Богом. А Бог возьмет тебя, страшно впасть в руки Бога живого. Я ему все высказал. Ничего не знаем мы про себя, что будет завтра. Я много написал в Священное Писание. Игорь, привет. Сегодня там мы заделали шлюз. Рыжка с Кипру сделали. Все сделали. Сегодня последний день. Леша руками раздел. Еще лучше не сделаешь. Труба. Никакой трубы не надо. Весной такой поток идет, все сметет. Вот только так надо было, как горная река. Вода течет. Откуда она набирается, неизвестно. Не видно, что течет. Вот она. Мутная. Ну, это у нее разметил. А это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть столбов. Это старики лиственницу привозили, зимой срубленную. Делали большие ямы, но не обрушилось. И разводили там известь. Там, может, не на один год вот эти бревна запускали. Вот 200 лет уже стоят. 200 лет, я узнал. Это мост они сделали. За 200 лет никуда ничего не делать. Вот умеют делать. Они как мы там отработкой помазали. Молодец. С Алексеем можно делать. Инициативный такой дело иметь. Три сына. А имена-то какие? Это не Вовка, Сережка, Игорь, Сашка. А как? Старший Варлам. Ну, Варлам-то где, вы знаете? Ну, Шаламов только. Ну, а второй Назарий. Ну, Назарий, это понятно. Связано с апостолом Петром. В башмаках пошел. Нестор вылазит. А третьего сына назвал Евтихий. А у нас был епископ Евтихий. И батюшка говорит, у нас, говорит, Евтихий приехал, это явился в Потеряевку. Нет. Он родился только что. И что, да думает поселяться здесь. Все так ахнули, Евтихий. Наш епископ думает. А то Евтихием назвали Алексея. Евтихий Алексеевич. Я знал одних родителей, сыновья так-то похожи. А один у них из сыновей был, не похожи на них, ничем не похожи. Все показывают и говорят, ну смотри, он какой-то не такой совсем. И поведение не такое, дескать, в роддоме подменили. Она рожала дома, а тут одного родила и там. Ну, что знаешь, я встречал таких через 18 лет больше. Обнаруживается. Я сказал тут одному, я говорю, а если бы у тебя случилось, я все равно бы этого не отдал, а того принял бы. Как-то потом разузнают, бирки там перепутали. Или... Ну, в общем, преступление. Это сейчас они несут. Это Игорь из кабинки вылез. Из кабинки. Знаешь, дрова. Дрова, говорю, это раздробленные. А Марина не носит, ведро не ждет, возьмет он камушков несколько и идет. Илюша, иди носи, ведра накладывай, иди туда. Ведра накладывай, помогай, иди. Я его прикормил тут он. Ребенок-то как беспризорный, ходит по полям, хулиганит. Я хотел его взять. Он сам приходил, а сколько лагерь стоит? Да лагеря-то нет, Илюша. Я бы тебя даром принял. Пусть тетка-то твоя Людмила-то корова есть. Иногда молока, сливок даст. Чего что взять, знаешь? Ходит в тапочках по воде. Вон они все где склонились.
нагревают. Это надо было нам привезти сюда. Леша лохатки несет. Все ездят здесь. Когда я начинал, говорю, а тут проезда не было. Они вокруг ездили, а вокруг это в другом направлении. Там километров 6 больше наматывают. Да, зачем это? Сейчас все по этим дорогам ездят. Смешно так мне. Да, все это деньги стоит. Я большие деньги тут вложил. За 2 года с чем-то, больше миллиона. Гуру. А Максим Степаненко говорит, какой гуру найдется, чтобы в землю больше миллиона вложить денег с 2 блаженными? Ну, называют Володю Пащенко и Никиту Колесникова блаженными. Ну, а другие священники, это он, буровит там. Гуру, гуру это хорошее слово, это значит учитель. Ну, вождь Сталин, неплохо вождь. Ну, а фюрер, дуч, это одно и то же слово. Фюрер, Сталин, а не пойдет. Как не пойдет? Так это одно и то же слово. Коммунизм, фашизм, одно слово, это общее означает. Связка. Кому на фашизм плохо, это вот, социал-коммунизм, там, вот это плохо-то. А так это слово-то одно. И коммунизм, фашизм, это одно. Одно слово. Как вот Виктор, Никита, Николай, это одно слово. Победитель. Володя там упирается. У меня руки трясутся. Мне говорят, я постарел. Неправда, то не мой удел. Стареет хижина моя, а эта хижина не я. Ну под эту разве можно заходить-то? Она опустится и башку сразу отрубит. Ну, дурной до того стал за одну зиму. Написано, не подходите под стрелу. Везде. Все. Ну, дорогой, давай еще. Поехали. Помни маленько берег, и все, и выезжай. Ты им скажи, что уезжаешь. Вот они сейчас наложили туда-сюда, умни. Раз, 6, съезди туда-сюда. Я вот на этой жердочке сижу. Вот она. Вот я тоже выпадаю. Марина пройдет. Занесло же ее к нам. Слушается, все варит. И сегодня дал толкушку, говорит, и сильнее бей это своей тушей, задави все в землю. Она смеется. Весом. Тут Полина так хочется, охота залезть. Это мы с Володей сделали. Покрасили свет. Флага-то нет, на красной краске достать. Красное, синее, белое. Красное. Надо купить краски будет. Марина стоит. Трактор на нее едет. Там Ирина едет. Что-то разворковался тут. Значит, детишкам как хорошо сделать, держаться. И здесь. Блин, в сапогах.
Вот смотри, что Владя стоит. Не боится, что зальется. И дочка Полина отдыхает. Видишь, как интересно все. Все, Леша, отпускай его. Все, Игорь. Ну, дорогу делаем для всех, тут уж ничего не скажешь. Давай, давай. О, молодец. Молодец, о. Ну, еще. Получилось? А? Нормально. Нормально. Сейчас будем Бога благодарить. Володя, на. Идите сюда все. Работа окончена. Молиться будем. На, выйди туда. Не урони. Руку просунь. Илюша, давай молиться, чтобы у тебя было все хорошо. Побожечки. Ты маленький такой, худенький. Ты никуда лишний раз не ходи. Просись к нам, скажи. Отдайте меня в лагерь, без денег, отцы вот даст, когда мама, тетка, все, ты многому научишься у нас. Так, фуражку назад поверни, вот так, там, сейчас снимай. Давайте сюда. Дивное дело Бог сотворил в один день, мы шлюз сегодня там сделали. Господи, слава тебе. Боже, всемогущий, как ты дивно велик, хвала тебе. Благослови брата Игоря. Всех, кто приходил сюда, сохраняет разрушение, то, что мы делали. И укротив гордость этого Максима. Не дай желаемого нечестивым. Сохрани то, что мы строили с таким трудом для детей. Только ты можешь это сделать, наведи страх твой божественный. Не давай им покоя, пока они не покаятся, не признают тебя спасителем мира. Ибо слово твое говорит, страшно впасть в духе Бога живого. Благослови наших братьев Владимира, которые трудятся там после пожара. Укрепи их и сохрани. Слышь молитву всех молящихся о нас. Господи, мы не знаем иного, кроме Тебя. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. И прими нашу молитву о всех западающих нам молиться о них, парализованных Сергея, болящего Анастасию. Спаси нас и помилуй. Тебе слава за все. Аллилуйя. Говори, Господи, слушай и дослышит раб Твой. Аминь. Уходим домой. Сколько времени? Известно? Где-то к часу, без 10, может быть. Здорово получилось. Как дружу. Все, Алексей, никуда тебя не трогаем, как ты сказал. Ну нельзя по-другому нам было. Прости уж. Сам видишь, мы не за себя стараемся. Понятно. И вот ты поедешь другой раз, и ты скажешь, я был здесь, работал. Хорошо. Сумку упал. Оставляй, я положил. И сам себе оценку дашь потом. Как надел, да? Да. Так. Все. Посвящай. Вода-то начинает как светлеть, посмотри. Да. Ты можешь залезть туда. Вода. Ну надо отсюда сними вода, Слава Христу.